Йоу, чуваки, всем салют, с вами Муха, и сегодня мы снова в Днепре, как вы все прекрасно видите. И зачем мы здесь? А потому что очень много слухов ходит о молодом талантливом парне, который зовут Егор Ярмолюк. Егор Ярмолюк. Ярмолюк, тоже технично. Ярмолюк. Ему 17 лет, и свои 17 лет он уже играет в первой команде СК Днепра, выступает за сборную Украины 21. Ему сыпятся предложения зарубежных клубов, и его цена на трансфермаркете составляет около 400 тысяч евро в 17 лет, ребят. Его называют одним из самых перспективных и подающих надежд футболистов в нашей стране. Сегодня мы познакомим вас с ним, его протестим по полной, и, конечно же, я зарублю с ним один на один. Я футбольный блогер с футбольным прошлым, сейчас сражусь против таланта номер один в Украине. На каком я уровне нахожусь сейчас против него, обязательно подпишись на канал, если еще не подписан, друзья, и мы начинаем. Поехали. Каково это быть человеком, который стоит полмиллиона? Яша, можно спросить, сколько он тебе занес перед выпуском? Понял. Что нужно делать, чтобы, блин, в 16 лет выходить в премьер-лиге? Агент Днепра? Да, я завтра буду. Почему так нельзя было? Почему так нельзя было? Оригинальный, Казан Клян, сколько? Парни, повтором, я бью пенальти, ребят. Еще для Добрика, похоже, который забил основной гол. Меня вот эти моменты, меня это бесит. Интересовались ли Егором Ярмолюком зарубежные клубы из Европы? Но слухи про есть, правильно? Ребят, ну что, мы уже на поле? 5 челленджей против, как говорят, одного из самых сложных игроков в нашей стране, бро. Вот что ты думаешь по поводу сегодняшней зарубы вообще? Что будет, что ожидается, выигрыш или нет? Я еще не назвал ничего, но предположим. Думаю, что будет заруба такая, не будет легко. Смотрел, да, выпуск? Ну, конечно. Смотрел, будет очень весело. Ребят, по дисциплинам сегодня. Первое челлендж сегодня — лонгшоты, но не обычные, а со стенкой, 5 ударов. Яша, можно спросить, сколько он тебе занес перед выпуском? Второе, ребят, это у нас упражнение на точность. У меня вот эти моменты, меня это бесит. Третье — это у нас упражнение Англия. Яша, давай, хороший, плоть, вот такую, да, давай. Четвертое, ребят, это скоростной дриблинг плюс взрыв, там вообще очень крутое упражнение. Парни, повтором, я бью пенальти, ребят. И последнее, это, как не все говорили, твой самый большой козырь, это один в один, кулька вот такая вот просто. Ты, говорят, там возишь людей, там хребты выпадают, просто больницы, реанимации, уже мест нету, понял? Поэтому, бро, удачи тебе сегодня. Ну, если тебя выиграют, то это, конечно... Отмазок нет, бро, ты вчера не играл. Отмазок... Ну, хотя, говорит, тренировка сегодня была уставшая такая, подуставшая, знаете. Уже можно нажать лайк, подписаться, если ты еще не подписан. Блогер против профессионала просто. Слышь, вот, поехали, ребят, поехали. А вот идет, чувак, идет звезда украинского футбола будущее, ёпта. Смотри, ребят, сейчас вот зайдем к домик Егору, там, где он живет. У тебя отдельный, ты один, да? Нет, я с Тёмой Добиком живу, но его отец нет. Ага, Тёма Добик, который забил, ребят, извините меня, сейчас кому-то еще Добиком покажу, который забил тот самый гол. Подача, удар! Гол! Артем Добик! Артем Добик! Тут уверенное зеркало. Всем привет. Ну, все в таком стиле, знаешь, деревянный. Бро, ну топ. Честно, топ. Ванная комната. На двоих все видно, да? Тут Тёма Долбик, еще раз повторюсь. Ну, большой, бро. Да, ну это как квартира, понял? А обувь у тебя, это вся твоя, да? Нет, я тут просто не живу. В смысле, не живешь? Кого ты меня привел? Ну, я тут типа когда заезд на базу. Я вообще живу тут на квартире. А, на ты... Победе. Да, я... На Победе? Нужно туда еще поехать. Так, покажи, бро, кроссовочки. Слушай, ты такой не по Джордан, нам дома? Да, это весь дома, но это я не ношу. Это такое, это чисто, еще раз повтори, это чисто когда ты что? Когда ты здесь, типа, треш? Нет, я вообще не ношу их. Ага, ага. Вот я смотрю, что-то, ну, это... Что Джоума, ну это... Это мы сейчас о сборную попозже поговорим. Так, бро, ну я еще покажу, что тут диванчики. Картишечки, да, любишь, бро? Ага, ага. Ну, ой, профик. Сразу же хожу, ребят. Вот сразу же. Вот что первое у одного из самых лучших футболистов Украины? Да, вот захожу раз. Бутсы, сходу. Ну, тапочки там. А ты подготовился куда-то на выезд, типа, или? Нет, просто... Ну ты ж подготовился, что я буду заходить. Хорош, ну смотрите, ребят, бананчики. Больной вообще выставил красоту, потому что я ему сказал, что я зайду в комнату, ну конечно. Тут духи, плоечка. Плоечка дома. Плоечка дома, но иногда... Тут не бывает вообще. А теперь вопрос, братик. Самый важный, который сейчас все зрители, думаю, увидели. Это оригинально? Нет. Не оригинально? Я уже хотел спрашивать, бро. Ты куда оригинально? Не оригинально? Ты сколько купил? За $20. $20. Понял. Ну слушай, главное, что нарисован Louis Vuitton, правильно? Да, что
Это у нас получается после треша. Так, а это у нас дюшась, бро, ну лимонадик, братан, ну. Ну это надо, ну. Без этого никак. Лимонад дюшеска, ребят. Ну такой иногда тоже пью, но сейчас я на ПП, извините меня. Так, ну шкафчик, что? Ну тут, как всегда, у футболистов ничего не это самое. Ну там. Да нет, тут вообще ведь не надо. Шуба какая-то. Ладно, я понимаю. Ну тут, короче, все разбросано, как у футбика, все нормально. Снизу там вот эти ключи. Ну, это чисто футбольный шкаф, чуваки. Вот, мячики, обрезанные где-то. Ну, ребят, все по классике, вот только сумочка Louis Vuitton, конечно, это топ. Это топ. Лобановского, бро. Не говори, что ты читаешь. Не говорю. Лобановский Валерий. Ну, просто лежит для того, чтобы я типа показал, что ты читаешь. Ну, типа солидный, типа, ну, да, есть. Типа читаешь. А знаешь, что еще там увидел сзади, что ты спрятал? Я не прям. Бля, ну любишь, да, по сладкому? Все футбики сладкие. Да, ну можешь чуть-чуть, что можешь. Почему нет? Ну, не, можно, чуть-чуть можно, конечно. Нет, с кайфом. Вообще, еще Дэвид Бекхэм здесь есть. А ну что там еще спрятал, блин? А там еще одна книжечка. Я ж тут, вот это моя одна из любимых рубрик на канале, по-моему, заходить кому-то в комнаты. Так, бро, ну что, все понятненько получается. О, подожди, портфельчик. Это что у нас за портфельчик? Не оригинальный. Оригинальный. Calvin Klein. Да. Сколько? Ну, недорогой. Ну, давай возьмем 10 тысяч гривен. Не. Меньше? Да. Ну, нормально, все понял. Все, так, бро, все супер. Чуваки, ну мы будем, я думаю, переодеваться и идти на поле, рубиться. Я против таланта номер один в Украине сейчас. Ребят, чуваку, вот его инстаграм в описании, ребят, у него есть там 2000, да, бро? 2000 у тебя? Да. Ребят, ну, нужно подписаться уже сейчас. Ну, еще лайк не нажали, нужно нажать лайк, потому что я показал комнату. И мы сейчас прямо сейчас идем рубиться на поле с Егором. Йоу, чуваки, ну а компания PlayMatch, что напомню, является официальным партнером моего YouTube канала, всегда помогает в создании контента. И они являются титульным спонсором команды Егора Ярмолюка, СК Днепра, чуваки. И для каждого из нас, понимаете, эта компания помогает не только мне. Она помогает также каждому из вас, оставляя по ссылке в первом закрепленном комментарии. Бонус 2500. И как же его получить, ребят? Первое движение, чтобы получить бонус 2500 на депозит, нужно перейти по ссылке в закрепленном комментарии. Второе, это зарегистрироваться, чтобы у вас был новый аккаунт, старый аккаунт. Не подходит, ребят, ни в коем случае, запомните это. И третье, это закидывать минимум 100 гривен, ребят. Три действия, получаете бонус за 500 на депозит. Побежайте вместе с компанией по ремачивке, давайте. Eyes of a killer, but they call me Kira. You know when you draw your last breath. Deep as detective, like hell, I'ma find out what all of your fans say and rest. Feel like Ryu, Shinny, got me in other ways. Level, you fucking with death. Ну что, ребят, первый ударчик. Давай, пусть китает. Яша, можно спросить, сколько он тебе занес перед выпуском? Понял. Ну, ребят, первый уже, вот видите, он уже возобновился, сказать, вот, Ярма уже понял, он уже вот. Ярма из 2-1, ребят, очень уверенно, это очень хорошо, со стенкой, напоминаю. Ну, не, ломать ты будешь вся тренировка, братан, да. Тут не нужно ломать. Там вот, понял, вот эта дурочка. Она вот уже нюхает эту девяточку. Блин. Я ничего не хочу говорить, друзья мои, потому что два. Все, да? Мы ей 5 ударов. Со стенкой. Полетели, давай, это гол. Я вижу его там. Это гол. Ну, это гол, да. Да-да. Хорошо. Ребята, дискот не про. Что у вас за манекены, которые сыпятся? Я не понимаю, у него попал. Ну, не нужно, чтобы он распадался тут. Сой. Мы приехали, уничтожаем манекены. Это гол. Да ну! Ну вот он был, я его уже вот. Это просто Брайан 24. Спокойненько, ребят. Один я сейчас забиваю, сравниваю, потом дополнительный. Ну как обычно, давай, на камбэк мухи. Один. Да, интрига есть, интрига есть. Гол! Гол! О, бля!
повтор, ребят, там вот приближение, вам вот в девяточку. Ну согласен? Согласен, ну все. 2-1, ребят, поражение в первом. Ну, это я сам что ты прыгаю почему-то. Хотя бью ничуть не хуже, чем он. Это все просто видение. Так, ребят, вторая дисциплина. Точность, ставим ворота. Походу сюда. То есть, бро, такой вот первый вопросик, хороший, уверенный. А каково это быть человеком, который стоит 500 000 почти на трассе? Ты когда это увидел, что ты, сука, стоишь? Я даже помнишь, сейчас день? Не знал этого. А, это я сейчас сказал, ты даже не знал. Ну, бро, 400 000, я вчера в Википедию читал про тебя. Я же готовлюсь к выпускам. Там. А знаешь, что еще вычитал? Интересно. Знаешь, вот такой вот, так сказать, дату, 16 лет, 140 дней. Да, да, слышал. Что это означает, братик? Дебют вроде бы. Зміна у складі Дніпра-1. Остання Єгор Ярмолюк. Замість Ігора Когута з'являється на полі під 14-м номером. Бро, ти розумієш, що ти, от, блядь, от, брат, 16 лет, 140 дней. Некоторые пацаны, которыми сейчас смотрят 16 лет, они там за компами сидят. Ты, чувак, дебютировал второй по списку в истории чемпионата Украины. С полевых ты первый. Выше тебя был только вратарь. Помню тот день, что это был за матч? Полтавой был матч. Ворскла, Полтава. Да, да. У-ху! Я думал, тогда даже в заявку не попаду, если честно. Потом мне пишут, что готовься и выйдешь. Сколько ты дорал? Я, наверное, на минут 10 вышел в конце. Ножки, ну, дрожали, конечно. Мандражик Энфилд, да, пример Лига, да, чемпионов, вообще, да? Все. Родители смотрели по телевизору? Конечно. Гордость такая. Да. Представляю, прикинь, вот сын, да, 16 лет дебютирует, братан. Да, да. Это вообще-то. И, ребят, к сожалению, на базе Днепра я не смог застать тренеров, с которыми, которые работали с Егором Ярмолюком. И сейчас мы будем звонить тренеру. Это тренер, который работал с Егором, когда он играл за 2004 год рождения Днепра. Его зовут Марченко Роман Владимирович. Смотрите, я когда готовился к выпуску, я, конечно, слышал, что он там очень перспективный, что он очень радо дебютировал. Но потом, когда я зашел в Википедию и нашел цифру в 16 лет 140 дней, я просто был в шоке. Вот расскажите, вот его дебют в 16 лет в УПЛ. Вот скажите, вот один, ответьте на один вопрос. Вот почему именно вот он со всех игроков Академии? Вот почему именно Егор Ярмолюк 16 лет? Во-первых, я сейчас говорю, талант немаловажный фактор, но работоспособность, то есть колоссальная работоспособность, ту, на которую он именно заслужил. Потому что были моменты, когда его уже начали подпускать в первую команду, и он, приезжая, у него, во-первых, не было никогда звездной победы. Он постоянно, допустим, даже после первой команды приезжал там в службе, приезжал к нам на тренировки и выкладывал точно так же, как бы другой бы футболист приехал бы, да, я уже в первой команде, все, зачем мне там бегать, зачем мне тренироваться. Нет, он наоборот подстегивал пацанов, наоборот показывал своим трудолюбием, что это все можно достигать таких целей. То есть очень важный фактор человеческий у него есть. Это самое главное. Да, талант — это хорошо, да, но человеком он остался, и я надеюсь, что станет в дальнейшем. Ребят, вторая дисциплина — точность. Маленький ворота видит. Первая точка у нас будет 10 метров, вторая точка — 15, третья — 20, четвертая — 25, и финальная — это 30 метров вот там. Кто больше попадет, чисто вот передача на точность, вот видите, можно любым образом попадать. Все, спокойно. Вот он. Ну, это очень. Ну, ребята, знаете, сейчас вот мы такие, вы делаем себе все горелики, а потом, ну, потом будет тяжело. Поехали. Нет, тут уже тяжело. Уже тяжело. Уже, кстати, ребята, я не знаю, вот многие там сами мне говорят, что нужно на 50. Подожди. А! Тут уже все. А это уже получается 25. А вот. А это не 25, извиняюсь, это было сколько? Это было 20. 10, 15, 20. А я тут, я тебе скажу, попал человек. 2-1 счет. Ребят, попал. Попадаю, счет становится 3-2, мы впереди. Давай. Поспешил. Почему я спешу? Почему я спешу? Человек не попал, вот бери, а просто сразу. Вот, все, порядок. Бери, выходи вперед. У тебя порядок, ты сейчас забиваешь, я не. Давай, брат, тебе повезло. Почему так нельзя было? Почему так нельзя было? Ну что, сейчас вот финальное. Сейчас финальное, все. Финальное, сейчас не попадаешь. Ты знаешь, что пентришка была. Не-не, ты знаешь, так сказал. В смысле, ничего пентришка? Вот он такой щеки, видите, по выпуску он был такой придирчивый. Давай, давай, давай. Ты первый? Да. Для интриги. Ну ты же первый начинал. Первый номер есть? Не, брат, ты первый начинал. Давай, давай. А ты, нет, ты меня на это не видишь. Все, ты первый начинаешь, брат. Ты еще. Ты начинал первый. А в смысле, он первый начинал, я. Все честно, он первый начинал, первый год. Тут уже. А ножки посели! Что он верхом попал? Ты попал без земли, бля. Давай, вон там. Ничья.
Почему? Ну как я бью? Зачем я выкру... 5 в 1. Александр. 2-0. Опять 2-0 против СК Днепра. Человек. Опять в один мяч. Хочешь, от меня вот, вот эти моменты, меня это бесит. Ну ладно, нормально все. Вот, идет 2-0, счет. Следующее упражнение — это Англия, ребят. Моя любимая сейчас. Моя любимая сейчас. Счет в этом был какой, Сань? Без одного. 4-3. Счет. Я 2 не попал. Да, Англия моя любимая. Ну, кто-то выиграл тебя уже? Кстати, в Англии меня, не знаю, не помню, вроде никто не выиграл. Ну, вот сегодня впервые. Никто, да не выиграл меня в Англии. Если я ошибаюсь, напишите. Давай, давай. Бро, расскажи просто про свое детство. Во сколько лет начал заниматься футболом? Как вообще эта идея пришла в голову? Как почувствовал? Кто привел и так далее? Начал заниматься футболом сам. Начал играть во дворе вот с 6 лет. Это же из-за чего? Все футболисты? С 5 лет вот брал мяч, выходил просто во двор. Днепродзержинск? Не. Верхний Днепровск. Верхний Днепровск. Да. Это область, да? Да. Это область. В Днепровске я брал мяч, выходил во двор, набивал туда-сюда. А вот в 6 лет я уже поехал в Днепродзержинск. Угу. Там вот уже начал заниматься, вот уже профессионально, ездил туда на тренировки. Вот. Можно сказать, с 5 лет вот в футболе. Ты играл и видел в Википедии в стали Днепродзержинск. Это да. В каком возрасте было? Это было, наверное, даже с 8 лет до 12. Потом чисто Академия Днепра. Ю-14 было, Ю-15, Ю-16 уже все эти знают. Ю-16 переход сразу же, или Ю-15 был дубль сразу же? Как было? Ю-15 был в Академии, Ю-16 уже был в первой команде. Все, понял. Сразу же после 16 в первую перебавку, потому что видишь, что ты слишком сильный. Бро, про сборную Украины хотел поговорить, бро. Бро, ну ты в мае был в сборной Ю-21. С пацанами, которым по 20 лет, по 21, тебе 17. Чувствуется разница, когда еще Ку-21, а тебе 17? Или... Да, тяжеловато было, конечно. Они более опытные, это на пару лет старше, да, туда-сюда. Но ничего, растем. Супер, не вообще. Я удивляюсь, что эти парни, были 17 лет. Первая команда СК Днепра, самый молодой футболист, полевой игрок, вышедший на замену. Ой, не вышедший на замену. Ты вышел уже, да, на замену? Короче, поняли. Чемпионатов Украины, ребят, это просто космос. Вот как думаете, это игрок основы национальной сборной через, допустим, 4-5 лет? Егор Ярмолюк. Я верю, что да. Да, потому что по всем критериям, которые у него есть, он обладает очень колоссальными функциями на поле. Он может обыгрывать один, он работает в отборе, он делает колоссальный объем. То есть я надеюсь, если он не остановится, если будет как можно меньше травм у него, то он добьется своего, я верю. Там человек просто стоит, я не знаю, ребят, один вратарь лучше другого. Был Краб, теперь Яша, браво. Это там вышли, бро, ну это под мяч, знаешь, вот есть правило в футболе, понял, корпус вперед, понял. Хорошо. Ну, ребят, походу мы Яшу вообще не забьем сегодня. Не, ну такие он берет щеконья, это не то. Все, да, брат? Один? Последний. Последний удар. Не, ну это вы... Ой, еще и дырочку. Так, ребят, 5 ударов. Kill him, are you mad? Уже победа, но я добью пятью. Уже победа. Я добью. Уже еще 2. Хорошо, чуть больше в угол, я смутил. Он стоит. Бро, какой рост у тебя? 90. Поехали. Бро, это что за удар? Кучи флипсап. Блин. Кучи флипсап. Кучи флипсап. Фэки хит и бич и массаж. This a big watch. Time is dripping off for the clock. Pull the sinks out. Winter time. Dropping the socks. Give it to me. Я не знаю, как это праздновать, потому что ты такая дура, Саня. Пару слов. 2-1 счет. 2-1 счет, последний удар видел? Ну и бро, такой вопрос, как изменилась твоя жизнь после того, как ты вот перешел с Ю-16 в первую команду и вот по сейчас? Как вот изменилось отношение к тебе, узнаваемость, блин, в городе? Там, ну инсайдер у тебя не взлетел еще, но поверь, после этого выпуска, ребят, в описании, инстаграмчик. Расскажи. Ну, чуть-чуть, конечно, изменилось, да, такое... Почувствовал? Да. Ну, не-не-не, куда почувствовал? Чувствовать нельзя. Рано чувствовать, вообще куда?
больше, так сказать, уверенность в тебе, ответственности появилась за результат. Ты уже чувствуешь, что ты не маленький мальчик, нужно быстрее все принимать, там ошибся, если то. Кстати, хотел спросить по поводу этого. Тебе 18 лет, пихач на поле от взрослых. Сколько мне лет? 17. 17 лет. Не, 17 лет. Пихач на поле. Ну да, может быть, пихач, конечно. Тут по делу может быть, конечно. Я понимаю, когда по делу. То есть тебя в команде уже считают, как знаешь, ну вот есть некоторые команды, знаешь, когда приходят, говорят, малый там что-то. Малый. Уже там. Такого нет. Уже четко ты, ну, да. Все, понял. Следующее упражнение это, ну, его упражнение, реально, это скоростной дриблинг, взрыв к мячу. Кто первый к мячу и выход не один с Яшей. И забить. Ну, это было против СК Днепра 19, чуваки. Поехали. Так, Яш, по хлопочку, Яш. Да. Вот еще дурак, ребят, повтор! Чуваки, это ты искать Днепр, Яш, ты согласен? Не, не то. Яш, ты пытался, я пошел, понял сначала. Парни, повтор вам, я бью пенальти, ребят. Так, поехали. Чуваки, нужно забивать. Я вижу его там. 1-0. Яш, спокойно. Бро, ну, вопрос хороший. О девушках поговорим, братан, есть девушка или нет? Есть. Да. Есть девушка, да? Как считаешь, мешает ли девушка, когда у тебя есть девушка, да, футболисту молодому? Такой, как ты, я считаю, смотря какая девушка и какие у вас отношения, вот считаю. Ночные клубы, приветствуешь, алкогольчик. Есть твоя жизнь? Нет, конечно. Нет? Что раньше, все равно. Свободное время, бро. Дорабатывание, либо приставочка, либо же какие-то фильмы, сериальчики, либо с девушкой пойти. Разное, разное, просто надо же все в меру. Комбинировать, комбайн. Да, да. Я бью пенальти, ребят. Я с тобой. Есть. Фух, ребят. Снимаю все вот как есть, натру, чуваки. 1-0, поехали. Так, можно я. Ребят, честно, отвечаю, там как будто немного дальше, но, блин, штанга опять повезло. Все равно будем делать по разу. Бро, намного дальше меня опередил, ребята, а на туре как будто дальше, не знаю. Леша, погоди! Леша! Бля, Леша! Чуваки, а это мне не нравится. Блин, ну все-таки Вики там не дальше. Просто ты человек быстрее. Так, ребят, с ней посоветовались. Так как что-то не один. Кто сейчас четвертый подход? Кто сейчас забивает, если кто-то забивает, да? Кто-то побеждает. Последний. Это же теперь. Фу, последний. Последний, бро, вопрос. Такой вот именно, что вопрос. Советы пацанам, которые сейчас смотрят, 100% они смотрят, думают, Ермолюк возит, капец, муху отвозил, именно весь грязный. Бро, советы, что нужно делать, чтобы, блин, ну, в 16 лет выходить в премьер-лиге и чтобы показывать себя, чтобы играть в первой команде в юном возрасте. Многие так мечтают. Надо работать каждый день над собой, мне кажется, и просто верить в себя. И очень важно, как ты в голове все это воспринимаешь. Очень важно, как ты морально готов. Это вообще это максимально важно. Да, чуваки, полностью согласен. Вот именно, ребят, держать фокус. Не важно, даже если даже ты вот смотришь, ты не футболист, хотя это мало вероятно, с полевого футболиста смотрят. Все равно вот любая твоя жизненная вещь, чем ты занимаешься, держишь фокус на этом, веришь в это, думаешь в этом, и все получится. Хорош, Дебру! Ух, чуваки! Бля, ребят, ну ёпта! Да устал падать! Что за упражнение? Я в тебя согнулся, да, брат? Я даже не помню, да? Ребят, нормально, видите, ну покрепче поищи. Нужно будет с физикой. Вы ощущаю, не сломал. Брат, пару слов. Давай, приезжай. Ребят, последний повтор. Кто забивает, кто забивает. Поехали. Вот. Ёпта. Чуваки, 3-1 счет. Я уже проиграл, я не могу отыграться. Но, бро, для интереса 1-1, чтобы посмотреть, как ты меня возишь. Да. Для того, чтобы показать, может, я тебя обыграю. Я против Егора Ермолюка 1-1, чуваки. Последняя дисциплина. Ничего не решает, но все же посмотреть, как я буду обыгрывать, как он. Это его самая сильная сторона вообще. Поехали.
друзья, ну что, последняя дисциплина, ничего не решает, сейчас повторюсь, но хочется посмотреть на самую сильную сторону Егора, да, как он один в один, будет также от первого лица, потом я дам ему эту штучку, он будет как гвоздь от первого лица. Все заряжены, последняя дисциплина, ну, поехали, ёпта. Господи, можно, пожалуйста, 103, ёпта, уже там кровать, так сказать, в поликлинике выделить на камеру? Блин, ребят, немного споткнулся, браво, я в отборе говорил, ничего, да? Фу, бля, я уже задохнулся. Бля, браво, ебать ты выводишь. Так, ребят, все, 2-0. Ну, я последний выйду для приличия, да. И все. Ну, и я думаю, такой вопросик задам, который интересен всем зрителям на протяжении всего выпуска, бро. Интересовались ли тобой зарубежные клубы? Да, европейские топ-клубы, зарубежные. Были предложения, рассказывай? Было пару клубов, да. Было. Так, перечисляю, бро. Давай. Тут, мне кажется, пальца не хватит. Не, перечислять, мне кажется, не будет. Ну, давай, одну руку. К примеру. Ну, например, Болонья была. Болонья. Еще. Я уверен, не один, брат. Ну, может быть, там Генк. Может быть, там Генк. Ребят, Генк интересовался Ермолюком. Нормальный ход, да? Ну, чуваки, это еще только слухи. Это значит, люди да. Вышли на контакт, еще ничего не нужно говорить, но, ребят, уже вот. Да. Поэтому, ну, человека видят, поверьте мне. И последний вопрос, Роман Владимирович. Вот интересовались ли Егором Ермолюком зарубежные клубы из Европы? Вот подтвердите. Да, это все слухи, но конкретно я не могу ответить на вопрос, я не владею. Ну, слухи про есть, правильно? Слухи есть, да, я думаю, просто так. Все. Брат, а как тебя понял? Чуть-чуть занести, понял? Чуть-чуть занести. Нужно юбочку, знаете, швейцарскую приобрести, так сказать, на рынке. Яш, оценка. Слышали? Агент Днепра? Да, я завтра буду. Друзья, ну что? Вот такой вот выпуск получился сегодня. Я сразился, проявил свои силы, показал вам, познакомил вас с одним из самых талантливых перспективных футболистов нашей страны Украины. Бро, ну как тебе вообще этот выпуск получился? Как тебе? Интересно было. Интересно? Да, говорил, будет заруба. Зарубились. Зарубились, бро. Все счет. Порядок. Финальный счет, ребят, я проиграл 4-1. Но это было, думаю, достойно. Заслужит именно вашего лайка, я ж пару слов, как думаешь. Как это получилось в целом? Очень классно. Я думаю, ребят, этот выпуск, ну, достоин. Достоин 7000. Пальцы вверх. Подписки на канал, подписки на всех ребят, которые участвуют в этом выпуске. Их ссылки будут в описании под этим видео, ребят. Напишите обязательно в комментариях, какому мне еще игроку поехать, так сказать, вот так на базу и сразиться, показать, познакомить вас с ним. Обязательно пишите, с вами был Муха, чуваки. Дальше будет еще больше. Всем пока.